Скорее всего, ты прав. Я сомневаюсь. Что здесь происходит? Ты здесь давно не был, да? Долгие годы маги готовились взорвать гору руды. Они говорят, что ждать осталось уже недолго. Похоже на правду, если судить по размерам кучи, которую рудокопы уже успели собрать. Расскажи мне об этом лагере. Это такое общество ради общества, если ты понимаешь, о чем я говорю. Мы все здесь сами по себе, но нас так много, что Гомезу нелегко от нас избавиться. Правда, только об этом он и мечтает. Чем вы так досадили Гомезу? Мы воруем у него. Кто у вас главный? Глава шайки Ларс. Большинству из наших он по душе. Но он никогда не указывает нам, что делать. Что я должен сделать, чтобы присоединиться к лагерю? Ты можешь присоединиться к нашей шайке, но прежде мы должны убедиться, что ты против Гомеза. Что я должен сделать? Если бы я был на твоем месте, я бы стащил что-нибудь важное из старого лагеря или из старой шахты и принес Ларсу. Ты собираешься пройти через эти ворота? А ты собираешься остановить меня? Нет, но ты должен знать, что тебя там ожидает. Это тебе не старый лагерь, да и с сектой болотных придурков у нас мало общего. Так что же меня там ожидает? Здесь нет ни охранников, ни стражей, чтобы присматривать за порядком. Здесь каждый сам за себя. Вместе держимся только мы, наемники. Чем занимаются наемники? Мы — наемники на службе у магов воды. Наша главная цель — вырваться отсюда. Мы много работаем и не собираемся расслабляться, как те типы из старого лагеря, что живут за счет рудокопов. Мы все подчиняемся Ли. Он великий человек. Он один из тех, кто поддерживает порядок в этом чертовом лагере. Что насчет остальных людей? Одно жулье, все без исключения. На лагерь им наплевать с высокого холма. Я бы скорее поручил какому-нибудь крестьянину охранять эти ворота, чем кому-нибудь из них. Чем занимаются маги? Они изучают магические свойства руды, которую скребки добывают в шахте. Насколько мне известно, они собираются взорвать всю чертову гору руды, чтобы уничтожить барьер и выбраться отсюда. Это должно быть опасно. Они говорят, что мы не должны волноваться. У вас большие запасы руды. Можно сказать и так. Мы называем их Железной горой. На нее можно купить даже жену короля. Но мы не собираемся отдавать свою руду этому старому пердуну. Мы хотим выбраться отсюда! Где находится эта Железная гора? Никогда не видел целую гору руды, а? В центре пещеры есть большая дыра. Руду сбрасывают туда. Но близко к ней тебе все равно не подобраться. И маги, и наши люди все охраняют руду. И днем, и ночью. Да я просто спросил. Как идут дела? Скребки по-прежнему добывают руду. Когда они наберут достаточно, мы взорвем всю Железную гору. Эй, сзади! Что ты здесь делаешь? Ищешь неприятностей? Эй, расслабься, я новенький. Ну тогда ладно. Трудно угадать заранее.
Каждый день здесь проходит толпа народа, и каждый думает, что мир вращается именно вокруг него. Что ты вообще делаешь среди крестьян? Об этом меня попросил Ли. Я больше не дерусь. Разве только, чтобы защитить себя. Я убил одного парня, и это был уже перебор. В результате меня вышвырнули в богом проклятую колонию. Справедливо, в общем. Как это случилось? Обычная кабацкая драка. Я не хотел его убивать. Наверное, просто ударил слишком сильно. Тогда я был кузнецом. Сам не знал своей силы. Почему ты присоединился к этому лагерю? Вот что я скажу тебе. У меня не было тогда другого выбора. Но я и не собираюсь позволять этим гуру промывать мне мозги. В старом лагере я немного не поладил со стражниками. Хотя и воры, и наемники проявляли уважение. Они боялись тебя. Может быть. Но в любом случае, теперь я здесь и советую тебе попробовать то же самое. Как мне стать таким же сильным, как ты? Ты можешь научить меня? Даже если и могу. Для чего тебе нужна сила? Хороший вопрос. Я подумаю об этом. Тебя еще. Что случилось? Что-нибудь ищешь? Я ищу течь в плотине. Похоже, над основанием поработал шнык. Эта тварь своими зубами и когтями подтачивает камни и деревянные балки под водой. Если так будет продолжаться, плотина вскоре разрушится. Могу ли я чем-то помочь? Конечно. Просто убеди эту тварь не подтачивать мою плотину. Где я могу найти этого шныга? Я бы поискал на другой стороне озера. Туда никто не ходит. Скорее всего, именно там находится логово шныга. Это ты построил плотину? Да, я построил эту плотину, когда мы основали новый лагерь. Конечно, все помогали, но я был главным строителем. Были времена, когда все ты должен следить за тем, что говоришь людям. Приветствую тебя, маг. Да пребудет с тобой благословение Аданоса. Я могу увеличить силу твоей магии или дать тебе нечто полезное. Что я могу для тебя сделать? Что я могу для тебя сделать? У меня письмо к верховному магу Круга Огня. Все мы здесь маги Круга Воды. Маги Круга Огня живут в старом лагере. Но я не могу попасть в замок. Ты можешь помочь мне? Ну, время от времени мы посылаем гонцов к нашим братьям в старом лагере. Но свои послания мы доверяем только людям Ларса.
Вот уже много лет он следит за тем, чтобы наши гонцы добирались до пункта назначения. Вы хотите уничтожить барьер, но как именно вы собираетесь это сделать? Нам потребуются большие запасы магической руды. Освободив ее силу, во время особой церемонии мы уничтожим барьер. Конечно, запасы руды привлекают множество воров и мошенников. Именно поэтому нам нужны люди, готовые защищать наш план. Я хочу присоединиться к вам. Если ты хочешь стать одним из нас, ты должен поговорить с Ли или с Ларсом. Я хочу стать магом. Мы не можем распространять наши знания среди своих врагов. О твоем обучении не может быть речи до тех пор, пока ты не докажешь нам свою преданность. Я хочу овладеть магическими письменами. Ни на что не натыкаться. Веришь кому-то и в результате попадаешь в неприятность. Так всегда лучше ни на что не натыкаться. Это было не слишком умно. Я думал, это точно не моя правда. Скорее всего, ты прав. Похоже, назревает проблема. Держи это при себе. Я не хочу. Похоже, назревает. Не должен верить всему, что слышишь. Я думал, это... Некоторых людей ничего не учат. Я больше не слушаю всякую типу. Каждый... Давай! Ты из лагеря сектантов, верно? Мы называем его братством. Я Идол Каган. Да пребудет с тобой спящий. Что ты здесь делаешь? Изначально меня послали сюда убеждать людей присоединиться к нашему братству. Но варваров не интересует духовное просвещение. В итоге я просто продаю болотник. И он пользуется здесь большим спросом. Слишком большим. Мне с трудом удается обеспечивать их потребности. Почему они не пошлют сюда еще одного человека? Идол Исидра должен помогать мне, но он проводит все дни в баре на озере, где выменивает болотник на рисовый шнапс. Он слишком подвержен пьянству, и боюсь, что помощи от него ждать не стоит. Я не хочу в это ввязываться. Я могу помочь тебе продавать болотник. Столь большой груз этой травы я могу доверить лишь члену братства. Но ты можешь помочь мне с дарами. Не все еще знают об этой траве. Попробовав ее раз, они хотят все больше и больше, а значит, у меня хорошо идет торговля. Пожалуй, теперь тебе не справиться с этой задачей. Об Идоле и Сидре вскоре позаботятся наши братья. Я уже отправил письмо Коргалому. Скажи, что я получу, если помогу тебе с болотником? Я щедро награжу тебя, как ты сам того пожелаешь. У меня есть свитки, в которых заключена могущественная магия спящего. Или, если захочешь, я могу помочь тебе стать одним из членов нашего братства. У меня хорошие связи с Коргаломом и Идолом Тионом. Оба они приближенные нашего наставника Юбериона. Если ты предпочитаешь деньги, я могу заплатить тебе рудой. 100 самородков — хорошая плата за твою работу. Ладно, давай мне болотник. Кому я должен его раздавать? Уверен, ты без труда найдешь желающих. Просто говори с людьми. Но помни, по одному стеблю каждому, не больше. И вот еще что. Если кто-нибудь отберет у тебя болотник, или ты выкуришь его сам, наша сделка не состоится. Разумеется.
Если ты думаешь... Эй! Новые лица! Ты кто? Я Гор, наемник на службе у магов. Лучше ни на что не натыкаться. И в чем заключаются что твои обязанности? Ли заключил с магами сделку. Он нанял лучших бойцов в колонии, то есть нас. Мы охраняем магов и заботимся о том, чтобы рудокопы могли работать спокойно. Маги должны позаботиться о том, чтобы рано или поздно мы все смогли убраться отсюда. А еще мы получаем малую толику руды в качестве платы за службу. Можно где-нибудь здесь остановиться так, чтобы не пришлось никого выкидывать из дома? Не думаю. Но если так уж приспичило, поговори со Шрайком. Он занял дом напротив, рядом со входом в пещеру. Дом был пустой, но принадлежал-то он нам. Нам? Ну нам, наемникам. Наемники и воры живут раздельно. И ни один из шайки Ларса не должен появляться по эту сторону от большой дыры. На самом деле, разницы никакой. Но Шрайк никого и не спрашивал. А ворам нельзя позволять делать все, что заблагорассудится. Иначе они наглеют. Что нужно сделать для того, чтобы присоединиться к новому лагерю? Прежде чем говорить об этом с Ли, ты должен научиться хорошо драться. Неважно, каким оружием. Помимо этого, ты должен знать все про здешнюю жизнь и ее законы. Если ты не собираешься появляться в других лагерях, стоит попробовать присоединиться к воровской шайке, прежде чем пытаться стать наемником. Увидимся! Некто. Это было не слишком умно. Ты в порядке? Пока все тихо. Пока? Если воры и дальше будут грабить караваны Гомеза, вскоре он и его армия окажутся перед нашим лагерем. И это будет не слишком здорово. Это точно не моя проблема. В лагере все спокойно. Знаешь, парень, проблемы всегда найдутся. Каждый раз одна. Воры делают то, что хотят. А мы, наемники, должны охранять магов и защищать лагерь. Кто здесь командует? Мы делаем то, что говорят маги. Но чаще всего они ничего не говорят. Просто болтаются возле Железной горы или зарываются в свои книги. В основном командует Ли. Он у нас главный. Я хочу стать наемником у магов. Это не так уж сложно. Если ты готов сражаться за наше дело, Ли примет тебя. Но он берет только тех, кто хорошо владеет мечом. Ну, как у тебя с этим? Ну? Я так и думал. Если ты решил серьезно, то поговори с Горном. Он раньше тренировал новичков. Может быть, тебе повезет, и он найдет время позаниматься с тобой. Znasz przemytniku? Tutaj wszyscy ich znają, ale nikt o tym nie gada głośno. Ty też powinieneś o tym pamiętać. Wtedy dłużej pożyjesz, chłoptasiu. Dlaczego ci przemytnicy to taka wielka tajemnica? Może dlatego, że nie lubię, jak się o nich gada. A teraz spadaj. Jak тебя зовут? Меня зовут Орлов. Я служил старшим помощником на военном корабле и принял участие в мятеже. Ничего из этой затеи не вышло. Большая часть команды оказалась на стороне капитана. Так я попал сюда. Я хочу присоединиться к вам. Ли не примет тебя в отряд, пока не узнает, чего ты стоишь. А до тех пор тебе лучше поддерживать хорошие отношения с Ларсом и его шайкой. Если нужен совет, я скажу тебе вот что. Добудь что-нибудь важное из старого лагеря или старой шахты. Как только эти парни поймут, что ты тоже против Гомеза, проблем у тебя станет значительно меньше. И как это провернуть? Сначала тебе придется завоевать их доверие и только потом ограбить.